Всем привет, привет, привет. И вы на канале Мисс Кукла. И как я вам и обещала, я снимаю видео про побег из бункера. Так как я уже давным-давно говорила, что буду играть, и так и не играла. Мне как-то чуть-чуть фишка мигает. Окей. Так, я как бы могу сказать, то, что я побег бункера очень плохо играю. Так что это у нас кол, а это у нас открывайте двери. Так, я хочу за светлую карту. Типа вот эту. Почему такое чувство, что у меня герой слишком высоко двигается? Я второй уровень. Вот. Так что вы можете заметить, что я плохой. Никто не выбирает карты. Пожалуйста, девочка, это карта. Пожалуйста, чин-чин. Чин-чин, пожалуйста, но она очень сложная. Чин-чин. Она 101 левел. Ну, ей, конечно, это легко будет. Loading airport by. А кто airport сделал? Хорошо. I'm survivor. Это хорошо, потому что я не люблю быть пистой. Так, я не знаю вообще, куда идти. Но я вижу уже компьютер. Надо быстрее, пока нас не поймали. Так, и если я буду... выйдет пасхалочка на мое прошлое видео. Это ASMR на английском. Когда у меня будут бумажные сюрпризы видео, я буду на них пасхалочку делать, а когда там на Roblox или ASMR, я буду на них пасхалочки делать. Вот. И в конце видео будет последнее видео, которое было. А где компьютер? А, я помню, здесь обычно бывают компьютеры. Вы знаете, откуда я это знаю? Хотя я мало вообще побег бункера играю. Чтоб не здесь. От моей любимой блогерши, которая играет. Это не здесь. Это Виолеточка. Обожаю ее. Так. Я не понимаю вообще, откуда вот этот... Хакерство. Здесь нету несколько девочек. Так. Я помогу этой девочке.
Это Чанчин, у которой 100 левел. Буду идти за ней, так как мне кажется, она знает лучше, чем я. Стоп, а где она? Она закрыла передо мной дверь. Как же не стыдно. Я бегу. Я боюсь. Эта девочка вышла. Эта девочка, да, вышла. Вот, а я думаю, что я умерла. А эта девочка вышла, вот. Ну, знаете, была очень добренькая девочка. Даже не видела, чтобы она кого-то пристукнула. И я очень боюсь, если будет вот этот Чанчин. Потому что если у нее 101 левел, значит, она нас убьет с легкостью. Так что, надеюсь, такого не будет. Давайте... Давайте, может, вот это Чаншин. Я не знаю, как читается ее имя, простите, если неправильно. Ждем 13 секунд. Homestead by Mr. Wine. You're a survivor, hide from beast. Hack computers to unlock the access. То есть здесь говорится, прячьтесь от биста или можно сказать монстра. Я вообще здесь запутаюсь. Я очень сильно боюсь, и если я не смогу, я сразу же ухожу. Не боюсь. О нет, это Чанчин. Ну почему Чанчин? Почему она? Она же просто прибьет нас. Короче, я буду стоять здесь. Я очень сильно боюсь, мне страшно. Прости, девочка, я не пойду за тобой, я очень сильно боюсь. О нет. Кто такой? Она пишет help. Прости, девочка, но нет. Ой, моя рука. Тоже не видно прям. Я даже боюсь, что уж прям тихо разговариваю. Я ее увидела. Вы видели это? Господи, это было просто сердце выпрыгнуло из Мария Мариэля из Frozen. Пока, девочка, я не смогла тебя спасти, потому что я боюсь. И это, наверное, эгоистично звучит по мнению ребят, но, девочки... Я только второй уровень. Я эту игру делала 2 раза или 3 раза, и все. Стоп, она вышла. Я забыла, кто был captured. Я даже не заметила.
Пожалуйста, пожалуйста. Нет, ну нет, ну нет. Пожалуйста, почему она так ходит? Она меня пугает, я очень сильно боюсь. Почему она так ходит? Меня реально не видно? Или она слепая? Почему она приходит? Мне интересно, типа она ходит? Типа никто не фрозен, чего ей бояться? Короче... Короче, пошла спасать эту девочку. Ё-моё. Бежим, бежим. Нет, 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 нет. Пожалуйста, не, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Не возьмёшь. Не возьмёшь. Я такая вот. Я такая вот крутая. Прям вообще крутая. Прям вообще крутая. Вот. Нет, 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 нет. Нет, я сказала, нет. Нет, нет, нет. Цыц. Просто прыгаем, девочки, просто прыгаем. Настроение прыгать до конца жизни. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребятки, у меня сейчас битва. Нет, нет. Делаем брейк-дансим, Давайте, девочки, нет. Нет, пожалуйста, нет. Я не должна умереть. А я знаете, что сделаю? Чего? Я не понял вообще. Я не поняла вообще. Я же говорю, это какая-то Шансин бешеная. Она нас всех убила. Вообще не поняла, да, скажите? Давайте еще один раунд. Я не понял вообще, не поняла. Она взяла, меня убила. Кстати, знаете что? Мне я обсчитала. Интересно, типа вот, если бы я стала под этим деревом и никого бы не спасала, я выжила и как бы... Вот не надо было, мне кажется, отходить. Надо было ждать несколько минут, и если бы что-то произошло, я бы сняла. Надеюсь, я когда-нибудь буду пистом. Я выберу вот эту карту, так как она самая яркая. И это аэропорт, так как там очень хорошо видно, чем вот эти все. Но я как бы не обижаюсь на эту девочку, потому что это и есть суть игры, так что я просто старалась выиграть. Так что ничего плохого я с этой девочкой не имею. Короче, я заканчиваю этот уровень. Не бесит. Начнем мы с Тауэра. Так как это видео будет Tower of Hell plus Fleet of Facility. Как это быть сложным пистом? Просто я думаю, это такая легкотня. Я не понимаю, как вы это делаете. И у нас новый раунд. Давайте начнем. Так. Конечно же, подписывайтесь на мой канал для новых видео. Пишите в комментариях, какие вы видите видео про Роблокс хотите. Там, например, Tower of Hell. Мне очень сильно глючит. Сейчас, подождите. Пока у меня 3 часа загружается, я отвечу на вопросы. Где я монтирую в инжоте? Где я монтирую фотки? PixArt.
использую я творческую студию YouTube. Обязательно использую. Всем советую творческую студию YouTube. Это самое лучшее, что я, наверное, видела. Блин, короче, ребята, давайте на этом видео я закончу. Так, меня очень сильно лагает. И так, если у меня лагает, мне сложно играть. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Ждите новых видео. Пишите комментарии. Пишите очень много комментариев. Я их обязательно буду читать. Я с радостью читаю комментарии. Так что пишите. Пишите очень-очень много комментариев. Спасибо за просмотр. Лайкните это видео и подпишитесь. А на этом все. Всем пока-пока. Я вас очень сильно люблю. Пока.